Садись. Это Александр Саша, который форма занимается у нас. Стиль. Его сейчас там есть форма, мы хотим, как бы, чтобы с тобой поговорить, чтобы посмотреть. Это Саша, да. Я это коротко о себе расскажу, я еще отвечаю за форму. После того, как мы делаем форму, мы получаем обратную связь от врача, от команды, от игроков. По они, картину, которую мы наблюдаем периодически по его там, игре, пытаемся форму подобрать так, как нравится футболистам, тренерам и так далее и тому подобное. То есть мы видим, что они в игре очень часто поднимают шорты, что вот эта часть очень узкая. Это, видимо, связано с широкой частью ноги. Но мы предложили как бы несколько вариантов по работе. Да? Первый, там, более сильно разрезать там, данную линию. В связи с тем, что отбивается под юбка, то есть, в принципе, до разреза будет видно, но не будет спасать. Как он? Для меня это не принципиально. Если я хочу, чтобы я достал штуки и поднимал шорты, то меня будет не принимать. Смысл в том, чтобы было... Алло. Да, извиняюсь. Смысл в том, чтобы было комфортно. La idea principale è che você se sente confortável. То есть, как бы это не то самое. Второй вариант мы сделали более короткий вариант. Как это? Нет? Хорош. То есть реально можно было удобнее, если шорты были немножко короче, да? Да. Шорты. Здесь. Короче, знаешь, все время одну штанину задирают. Да, короткий, очень хороший. То есть этот вариант тоже не извиняешься, не хороший. Лично мне кажется, бред полный вообще. Вообще, вам нравится эта идея, Аля? Посмотри. Ну, ты носил бы такие шорты, где по бокам такие разрезы. Тебе нравится? Ты что считаешь? Между нами. Вот эти? Короткие? Мне кажется, вообще не самая лучшая идея. Да, это третья карта. Блин, вот это реально больше сидит. Ну что, нашел себе? Мы все-таки решили подарить тебе. Смотри, я подскажу. Давай.